Всем привет! Это видео снова о заказе с сайта Shein. Вещи получаю на обзор для того, чтобы посмотреть самой, как это выглядит, и показать вам, для того, чтобы облегчить ваш выбор при заказе в интернет-магазине. Потому что бывает такое, что мы что-то увидели, нам понравилось, заказали, получаем, а там немножко другое. Так вот, я вам честно расскажу о том, что я получила, какие есть недостатки, какие есть плюсы, что с размером, что с цветом. Там, да, мы сейчас все с вами посмотрим. Любая вещь, которая вам в этом видео понравится, вы сможете ее заказать. Во-первых, с моим промокодом на 15% скидку он будет и на обложке видео, и обязательно под видео. Ну и на каждую вещь обязательно есть прямая ссылка. Вам ничего не придется искать на сайте. Нужно просто зайти под видео и нажать на название понравившейся вещи, и вы выйдете сразу напрямую на страничку, где эта вещь показана. Ну, а я хочу сказать, что в этом видео нужно было показать и те вещи, которые мы сможем с вами надеть на праздничную вечеринку, и в чем может быть создать новогоднее настроение дома. Но я не удержалась и выбрала еще меланжевый вот такой джемпер. Скорее всего, это платье, свитер. Но сейчас я покажу его поподробнее, а пока не забыла, я вам расскажу, что же у меня сейчас на губах, потому что, я думаю, обязательно спросите, это очень частый вопрос. У меня сейчас увлажняющая помада Faberlic, она называется Hydra Lips. Несколько оттенков есть перевыпущены в другой упаковке, именно лимитированный к Новому году. Можете какие-то оттенки заказать именно там. У меня 4828. И в стике она выглядит вот такой яркой красной, на губах тоже. Но это мне дополнительно создает новогоднее настроение. Надеюсь, что вам оно передастся. Ну, давайте немножко о посылке. Шла она ко мне почти месяц. Это, ну, в принципе, стандартный срок, и вы его будете видеть перед тем, как начнете заказывать. Компания всегда показывает диапазон дат, когда вы можете получить эту свою посылку. Ориентируйтесь, конечно, лучше ориентироваться на максимум. Если придет раньше, вы просто обрадуетесь. Но сроки обычно выдерживают. Когда заказываю я никогда не знаю, какие сроки, никогда не знаю, куда мне придет курьером или на почту, но у вас будет все гораздо понятнее. Когда вы будете оформлять свою посылку, вы будете выбирать способ доставки, и выбирайте всегда бесплатный. Когда заходите на сайт, вы будете видеть, на какую сумму сегодня нужно сделать заказ, чтобы ваша доставка равнялась нулю. Обратите на это внимание, сумма будет у вас для бесплатной доставки фиксироваться уже после применения всех промокодов. То есть обратите на это внимание, да, вы мой промокод применили, и проверьте, осталась ли доставка бесплатной, потому что сумма уменьшается и может чуть-чуть не хватить. Тогда можно что-нибудь еще недорогое заказать, это будет уже вам как бонус. Ну, лучше заплатить за товар, чем за доставку, согласитесь, я тоже считаю, что так лучше. Посылка пришла в этот раз ко мне в пакетике, вот в таком. Обычный транспортировочный пакет. Ну и внутри каждая вещь, конечно же, упакована. У меня есть вещи из премиальной линейки, например, как вот этот джемпер. И премиальная линейка приходит вся упакована чуть-чуть посолиднее. Ну, пакеты те же самые, бархатистые на ощупь, с зип-замком. Я эти все пакеты использую потом в жизни. Для того, чтобы упаковать вещи куда-то в поездку, ну, или даже, не знаю, там, просто кому-то что-то отдать. У них есть дырочки, они не герметичные. Внизу есть сделаны дырочки. И каждая вещь еще упакована вот в такую вот приятную шуршащую упаковку с наклеечкой. Все как в самых дорогих марках сделано. Некоторые вещи пришли вот в такой упаковке. Это уже что попроще. Пижамы пришли вот в таких пакетах Shein и были проложены, были надеты на вот такую вот основу картоночку. У меня здесь две пижамы, которые я буду носить дома, просто как домашнюю одежду. Ну и вот еще в какой-то вещи тоже из премиальной линейки была вложена открыточка. Прям открыточка, она правда вся помятая, но все же, да, с рекламой этой марки. И вот еще в одном мешочке тоже такая же открыточка есть. Это все, что касаемо упаковки. Так, ну сейчас на мне, сейчас я вам скажу, как называется
Правильно, платье-свитер, да, платье-свитер стоит 2290 рублей. На мне размер S и цвет абрикосовый. Там еще есть 5 расцветок, поэтому я говорю вам уточнение, это абрикосовый цвет. Он действительно какой-то такой, знаете, нежный. Мне кажется, кошечки бывают такого цвета, и тоже он у них как раз называется абрикосовый. Может, он чуть-чуть побежевее, но очень-очень красивый такой меланжевый цвет. У него есть и серая нить здесь, и бежевая, и кремовая. Три вида нити, и я хотела такое платье-свитер для того, чтобы носить с плотными цветными колготками. Я сейчас одни уже надела, это колготки из каталога Faberlic, но они из предыдущей линейки, той, которой у нас уже нет, но новых колготок я до сих пор на сайте не дождалась на момент съемки видео. То есть там есть какие-то выборочные цвета, выборочные размеры, но так, чтобы заказать всю палитру цветов, для того, чтобы сделать обзор, посмотреть, какие они теперь, я пока не смогла. Но будем довольствоваться просто образами, да, что у вас, возможно, уже есть какие-то цветные колготки, и вы сможете тоже скомбинировать вот с этим джемпером. Но вообще, по большому счету, он, мне кажется, абсолютно к любому цвету подойдет, но я вам просто приложу, и мы с вами посмотрим, как это будет смотреться. В составе 64% полиэстер, 23% акрила и 13% нейлона. Это платье-свитер из премиальной линейки, которую я вам показала. И я сейчас отхожу, показываю, как это смотрится с колготками, которые называются бежевый меланж. У меня мой размер, я параметры оставлю свои под видео в первом комментарии. Мой размер вот здесь 44. Бедра иногда покупаю 46, но все-таки чаще тоже 44 размер покупаю. Наверх мне еще может в каких-то объемных фасонах подойти и XS, там 42 размер, но я люблю более объемные вещи. Здесь я заказала размер S. Ну, девчонки, да, конечно, надо было брать M, потому что я люблю все более объемное. Ну, прогадала, что теперь. Но смотрите, рукав хорошо, он не короткий, рукав не обтягивает, манжетика никакого нет, здесь просто минимально на 1 сантиметрик немножко изменена вязка, и, собственно, на этом все. Воротник стойка, воротник можно и вот так заправить, или можно внутрь, здесь шовчик есть, его практически не видно, то есть вы можете любым способом, особенно если у вас волосы распущены все время, как у меня, то этот шов не очень будет заметно сбоку. Если еще вот так поглубже его туда завернуть, да, то можно будет и носить вот таким образом. У меня просто есть джемпер, у которого это прям продумано, чтобы он загибался внутрь, и эту идею я взяла от него, и там, где можно, я ношу. Чем мне нравятся такие платья? Я люблю зимой ходить именно в таких платьях под верхнюю одежду, когда не надо думать, какие тебе сюда надеть брюки, с какой кофтой, не с кофтой, там еще с чем-то, да? Я очень люблю, просто надел, тепло, не нужно какой-то шарф надевать, потому что здесь воротник стойка, и он еще и двойной, в общем, тепло. Совершенно не колется, для моего гиперчувствительного тела это огромный просто плюс. Ну и состав я вам назвала сейчас с сайта, все, что я переписала с сайта. Здесь написано акрил 100%, чему верить я не знаю, но я здесь только на свои ощущения ориентируюсь, мне в нем комфортно, мне в нем мягко, мне нравится его цвет, ну и вот с бежевым меланжем, с колготками это смотрится вот так вот прям какой-то нежный такой образ зимний. Давайте посмотрим, как это будет смотреться с другими цветами колготок. Вот, например, у меня есть шоколадного цвета колготки, тоже будет очень красиво, есть синий. Тоже прекрасно будет сочетаться. Теперь у меня есть серый меланж. Ну, серая нитка тут есть прям в самом джемпере. Тоже может быть даже неплохо. Единственное, что здесь холодный оттенок у джемпера все-таки более теплый. Есть у меня изумрудные колготки. Давайте посмотрим, как будет с ними. С изумрудным цветом тоже хорошо. Видите, такой нейтральный
абсолютно цвет бежевый, который подходит просто ко всему. Ну и красный, конечно же, новогодний. Очень-очень классный. У меня еще есть коричневый меланж. Колготки. Это все предыдущие. Вот эти, мне кажется, вообще будет очень красиво смотреться. Ну, в общем, девочки, это можно на полностью на ваше усмотрение. Вот еще, смотрите, фиолетовые нашла. Это все, да, предыдущая коллекция. У меня собрано полностью. У меня есть где-то и белые, и бирюзовые. Покупала, чтобы носить под колготки. Ой, волы, господи, под колготки, под брюки. Без разницы, какой цвет, когда, да, выходишь на прогулку. В общем, такую кофту рекомендую, но смотрите, да, я бы взяла М-ку. Теперь настало время вечернего выхода, когда мы идем куда-то на корпоратив. Я заказала себе вот такое платье. Когда я его достала из упаковки, мне показалось, что я в него не влезу. Но у него сзади по спине очень длинный замок, и я в него вошла. Знаете, такой зеленый с золотистым отливом, очень красивый цвет у платья. И вот как раз, мне кажется, смотрите, яркий маникюр, яркая помада. Сюда может быть что-то вот в комплект к каким-то лаконичным серьгам, может быть даже к длинным серьгам, что-то вот сюда еще на шею или может просто капельку, и у вас уже будет платье на выход. Что мне понравилось, да, если вы видели в прошлом образе, ну прям такое пузико у меня здесь видно, да, то здесь на самом проблематичном месте вот такая драпировочка небольшая, которая скрывает все, что мы бы хотели скрыть. Конечно, это можно скрыть и утягивающим бельем, но я не могу, когда меня что-то передавливает, пережимает, поэтому приходится использовать какие-то вот такие хитрости, как драпировки на платье. Я надела вниз сейчас бесшовное белье, но все равно немножко видно. У меня размер S. И посмотрите, какая хорошая длина. Она уже закрывает колено, но платье не в пол. Платье карандашиком. И сзади у него, посмотрите, какой разрез. Ну и замок очень длинный, в него легко войти. И обратите внимание, у платья есть плечики. Оно держится очень красиво. Слушайте, я уже не первое платье беру в этой коллекции, и мне очень нравится и подходит именно тот размер, который я беру. Первое было бежевое, я была в нем на мероприятии Faberlic. И, ну, я себя в нем шикарно просто чувствовала, и это мне тоже нравится. Давайте посмотрим. Называется это платье с подплечиками, хаки. Этот цвет называется хаки. Есть еще черное. Размер S, и в составе 95 полиэстер и 5 спандекс. Слушайте, я забыла выписать цену, и сейчас цену вам не подскажу на это платье, но надеюсь, что промокод мой вам поможет. Что еще я взяла? Мало ли, будет прохладно, да? Уже не первый раз я беру блейзеры или пиджаки, или жакеты, как угодно назовите, на этом сайте. И все время жду, что мне попадется чистый белый цвет. Но нет, не всегда приходит. Вот давайте я для сравнения покажу чисто белый цвет. Вот так, мне кажется, на контрасте будет более понятно. Это молочный. Он опять в молочном оттенке. Называется пиджак с лацканами, размер S, стоит 4970 рублей. В составе 71% полиэстера, 22% вискозы и 7% спандекса. Это тоже коллекция премиальная. И есть застежечка. Это даже не пуговица, это такой крючок в виде треугольника. Есть карманы, карманы настоящие. И сзади есть разрез, я его не распорола, к сожалению, он закреплен, но просто знаете, что он там есть. Подплечики, они, конечно, сейчас еще добавились к тем, что были на платье, поэтому плечи смотрятся вот такими вот в два раза больше, чем нужно. Но я думаю, что когда это будет не на платье, а на другом платье, например, без подплечиков, то это будет смотреться не так высоко и не так прям геометрично. Ну, жакет, я вам скажу, ткань очень классная, ткань тяжелая, вот она прям тяжелая, не дешманская, как могла бы показаться. Очень, давайте я вам покажу, она очень плотная и бархатистая на ощупь. Как выполнены рукава, посмотрите, здесь есть имитация разреза, но нет, только в области манжета на пару сантиметров здесь расходится.
Ну и еще что, есть подкладка, она не шуршит. Сейчас, конечно, близко к камере вы чувствуете, но при движениях это ничего не шуршит. Вот я вам показываю закрепление, его нужно обязательно снять, прежде чем носить. И как выполнена застежка. Вот это та часть, которую мы будем застегивать, она пришла вся в пленке, заклеенная пленкой. И ответная часть, дырочка, вот таким образом выполнена. Так, ну что еще из размеров? Вот такая здесь есть этикетка. Размер S. Давайте я вам еще раз покажусь, покружусь. И будем переодеваться в домашние новогодние вещи. Пока мне нравится все. Что я вам хочу показать отдельно, это то, как вшит замок в платье. Посмотрите, как обработано все изнутри. Ну и покажу, как сделаны плечики и обработана горловина. Никаких претензий к качеству платья нет. Простите, что цену не записала, каким-то образом пропустила. Ну вот, на пижамку на эту я цены записала. 1400 рублей. На мне сейчас размер XS. И цвет у меня называется кораллово-розовый. Если такой же хотите, обратите внимание, кораллово-розовый, потому что там есть целых 11 вариантов расцветок. Почему размер XS? Это заказала моя дочь. Комплект состоит из брюк и рубашки. Рубашка с карманом, на брюках кармашка нет. Размер XS, ну видите, да, он даже мне еще свободен, то есть спокойно на 44 размер она подойдет. Почему дочь выбрала такую? Потому что именно вот с полосками нежно-розового цвета, припыленного розового цвета, такие пижамы продаются в разных дорогих брендах, уже стоимостью там и 5, и 6 тысяч и больше. Здесь всего лишь 1400 с моим промокодом на 15% дешевле еще вам обойдется. Есть небольшая оторочка, посмотрите, на кармашках, причем она почему-то коричневого цвета. Но это пока внимания не обратишь, мне кажется, не так заметно, да, издалека все смотрится гармонично. Единственное, что выбивается, это пуговицы. Вот прям пуговицы тут, конечно, должны быть чуть-чуть другими, но вот так мы собрались ходить по дому. Дочь в этой пижамке, а я в другой. Сейчас вам покажу. Ну и что здесь у нас? Раз, два, три, четыре пуговицы. Здесь настоящий карман. И брючки на резинке. Мне она, кстати, не туго. У меня по талии 72 сантиметра. И, конечно, я могу спокойно в размере XS ходить. То есть, смотрите, пижамки, наверное, даже чуток больше мерят. А это уже мой комплект. Тоже состоит из рубашки и брюк. У меня размер S. И... Слушайте, ну я уже наэлектризовалась. Сначала я сняла платье, оно потрещало. Потом я сняла пижамку, и это уже просто ко мне прилипло. Но у нас в каталоге Faberlic есть антистатик на водной основе. Он абсолютно не вонючий, он прекрасно снимает статическое электричество. Поэтому обязательно закажите для того, чтобы вот такие вещи шелковистые, имитирующие натуральный шелк, это, конечно же, 100% полиэстер, но имитируют как могут. Качество мне очень нравится, оно приятное к телу. Та пижамка более тонкая и более нежная, даже больше на ощупь похожа, ну, близка, они, конечно, не похожи к натуральному шелку. Эта пижамка более плотная, и она уже больше похожа на искусственную ткань, нежели та. Стоимость моего комплекта, сейчас вам скажу. Так... Пижама леопард, она называется, 1370 рублей, стоит и она только в одной расцветке, здесь полиэстер, спандекс, ну там спандекса чуть-чуть, ткань слегка-слегка эластичная. Вот такой леопардовый принт на ней и белая отделка, мне это все нравится, и обратите внимание, здесь пуговицы, несмотря на то, что она дешевле на 30 рублей, здесь пуговицы обтянуты той же тканью, что и... Полностью пижама, карман настоящий, но очень мелкий, я не знаю, что сюда можно положить и вообще зачем он тут. Лучше бы сделали вот здесь карманы, здесь карманов опять нет. И, кстати, на моих брюках
Здесь нет боковых швов. Швы только внутри. Ну-ка, на этом комплекте точно так же. Обратите внимание, наружных боковых швов на ней нет. Есть только внутренний шов. Ну, конечно, вот эта пижамка розовая, она намного мягче, намного прям приятнее на ощупь. Это более какая-то стеклянная, что ли, но по расцветке она мне нравится больше. Я там, кстати, видела много пижам с какими-то новогодними рисунками и елочками, и снеговиками, там еще чем-то. И хотела заказать такую, но пока я собиралась, размеры мои разобрали. Но они пополняют постоянно остатки, поэтому посмотрите, в принципе, раздел вот с такими праздничными вещами, и я думаю, найдете то, что вам понравится. Здесь тоже есть резинка, и обратите внимание, по низу тоже идет манжет и белый кант. Так же, как манжет на рукавах и белый кант. Здесь я вам не показала, на брюках тоже есть манжеты, тоже с таким же коричневым кантиком. Ну и последняя часть, это прям такие новогодние костюмы. Мужа у меня опять в наличии не оказалось для того, чтобы показать мужской комплект, а ребенка я дождалась из школы, без него его комплект вам показывать не стала. Давайте сначала скажу про свое, в чем стою я. Это комплект мужской, размер М, и стоит он 2040 рублей. У него в составе полиэстер плюс хлопок. Посмотрим, что здесь написано. Да, здесь то же самое, кстати, 65 полиэстер и 35 хлопок. Совпало с сайтом. В прошлом году я мужу уже заказывала такой комплект. Он пришел, когда он уже уехал. В этот раз комплект пришел до его приезда. Сейчас, подожди, давай я покажу. И выглядит он вот так. Клетчатые красные штаны на манжете. Но манжет здесь очень комфортный. Ну, конечно, я на свой размер меряю. Ему, может быть, будет поплотнее сидеть, но у меня плотно не сидит. Опять нет карманов. Здесь у меня тоже нет. Резинка. Это мужской размер. Да? Ну, и выбирала, знаете, чтобы тут, например, оленя не было. Я дома хожу с оленями, кстати. В прошлогоднем я хожу, у меня олень. Мы вообще любим с семьей ходить вот в перед Новым годом, все вот в такой одежде и в оленях. И сыну тоже я заказали лес. Комплект. Я лес. Ты лес, да, ты состоишь из новогодних елок. Здесь надпись «Счастливого Рождества». Комплект на 140 сантиметров. Отойди, Андрюш, давай покажем. Стоп, ну ты сильно далеко ушел, наверное. Ну, нет, подойди поближе, людям же надо видеть. Сейчас ребенку 10 лет. Он среднего телосложения, он не толстый, не тонкий, среднее телосложение, и он ему полностью как раз и по длине рукава, и по ширине, штаны чуть-чуть длинноваты, да, ну, если их дотянуть даже до груди, то они будут нормального размера. Никаких неудобно, понятно. Манжетиков здесь никаких нет, здесь просто они прямо отрезаны, кармашков тоже нет никаких. Давай повернись. Сбоку рисунок здесь не совпадает, но мне кажется, это не очень видно. Давай повернись еще. Вот так. То есть 10 лет это 140 сантиметров, и он так и есть, 140 сантиметров. Почти. Вот получается размер в размер. Ну, с мужским мне сложно сказать. Я тоже думаю, что мужу будет как раз, потому что мне явно это все большое. И про детский комплект, давайте я вам скажу. Комплект на мальчика всего лишь 610 рублей. И это распродажная уже цена. Кстати, на новогодние комплекты сейчас уже огромные скидки на сайте. И вы можете заказать себе, в этом году, не знаю, успеете походить или нет, но на следующий отложить, чтобы потом достать и быть готовыми. Еще и по очень низким ценам, даже очень неплохой вариант. Полиэстер спандекс у Андрея костюм, рост 140, 610 рублей всего лишь цена. Так что, друзья мои, спешите, торопитесь, мой промокод будет действовать по 31 декабря. Не знаю, почему такой короткий срок установили. Но все же успевайте, время еще есть для того, чтобы сделать заказ. Ну, а мы с Андрюшей желаем вам предновогоднего настроения. Создавайте его себе сами.
Ну, а мы просто создаем его вам, показывая такую одежду. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Желаем вам счастья и здоровья в новом году. И экономьте с нашими промокодами. На этом все. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!